Единая Россия внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает сохранение на счету должников суммы прожиточного минимума. Как отмечают авторы, новелла направлена в основном на помощь пенсионерам. Мера очевидно положительная, однако чувствуется в ней некая издевка. Ведь в Госдуму неоднократно поступали законопроекты по введению прогрессивной шкалы налогообложения в России, предусматривающие вообще отмену налогов для малоимущих граждан. Однако этой же «Единой России» такие меры не поддерживались. Теперь же партия пытается выступить в хорошем свете, как будто заботясь о гражданах, но и тут есть свои нюансы, на которые нужно обратить внимание. Об этом накануне ТВ рассказал депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Денис Парфенов. Ну, первое, действительно, нужно, наверное, отдать крупицу справедливости. Не так уж часто власть нас радует какими-то законопроектами, которые можно отнести к разряду положительных. Этот один из них, его, наверное, мы будем поддерживать. Но важно действительно понимать, что, как говорится, дьявол в детали. Да, с одной стороны, конечно, хорошо, что хотя бы часть наших сограждан получит некоторое облегчение своей достаточно трудной жизни. Другой вопрос, что законопроект, во-первых, он достаточно ограниченного действия. Если внимательно посмотреть текст документа, в частности, пояснительной записки, то там идет отсылка, например, к статистическим данным, которые предоставляет служба судебных приставов, и выяснится, что порядка 1 300 000 пенсионеров сейчас являются должниками. При этом текст законопроекта, он не обязывает напрямую в автоматическом режиме организации, значит, сохранять за должниками некий прожиточный минимум для того, чтобы, ну, хоть как-то прокормиться и иметь возможность жить дальше. А делать это они будут после соответствующего заявления от гражданина. И в, опять же, тексте законопроекта упоминается, что таких заявлений там, ну, порядка там 3-4 десятка тысяч вот, за там, минувший год было. То есть, в принципе, да, если сохранится та же тенденция, то из 1 300 000 человек лишь очень маленький процент реально сможет воспользоваться действием этого законопроекта, если он будет принят. И самое важное здесь еще то, что ведь у нас очень плохо поставлено информирование граждан о тех возможностях и льготах, которые у граждан имеются. Поэтому с высокой долей вероятности можно утверждать, что многие граждане так и не узнают о том, что у них такая возможность есть, или же даже узнав, столкнуться с бюрократическими препонами, и в итоге воспользоваться этим смогут далеко не все желающие. А вам не кажется, что в целом здесь есть некоторая, ну, может быть, даже, можно сказать, издевка? Ведь, насколько я помню, раньше КПРФ несколько раз вносила законопроекты о том, что, ну, о прогрессивной шкале налогообложения, где в том числе малоимущие граждане освобождались от уплаты налогов вообще, если я правильно помню. Но большинством «Единой России» эти законопроекты отменялись, не поддерживались. А теперь «Единая Россия» вот так вот поддерживает граждан. Нет, ну, просто, опять же, важно просто правильно оценивать происходящее. Действительно, предлагаемая инициатива, хоть и положительная, и заслуживает того, чтобы ее поддержать, она действительно носит, во-первых, крайне ограниченный характер, а во-вторых, и вправду представляет из себя борьбу со следствием. То есть сначала власть и олигархия создали нашим гражданам огромную кучу проблем, а теперь будут подавать как великое достижение то, что они какую-то крошечную часть этих проблем отчасти вознамерились решить. И, собственно, вот здесь как раз очень ярко это проявляется, потому что вообще-то долги наших граждан перед банками сейчас составляют порядка 24 триллионов рублей. То есть это, в принципе, один государственный бюджет за год целиком граждане должны финансовым и кредитным организациям. Это гигантская, колоссальная нагрузка, и совершенно очевидно, что она будет только увеличиваться по мере ухудшения социально-экономической обстановки в ближайшее время какого-то просвета в этом отношении не предвидится. И на этом фоне нам говорят, что вот давайте мы там кого-то где-то не простим даже, не отменим их долги, не государство закроет там их в порядке субсидиарной ответственности или еще как-то. Но нет, вот лишь оставим прожиточный минимум для того, чтобы человек мог как-то дальше жить и хоть как-то прокормиться, а долг-то он все равно будет вынужден выплачивать. Это же, мы понимаем, что это просто откладывает решение проблемы для человека.
Ну и самое-то главное, действительно, ведь если всерьез ставить вопрос о повышении материального благосостояния наших сограждан, то заходить нужно с совершенно другой стороны. Нужно дать возможность людям нормально зарабатывать, нормально получать. Причем даже не просто там какие-то льготы или вот раздавать деньги, как иногда под выборы любит делать наша власть, а вернуть гражданам то, что им принадлежит по праву. То есть у нас одна из главных проблем заключается в том, что труд в России очень сильно недооценен. То есть граждане получают лишь очень малую крупицу от того, что они реально произвели. И в этом смысле повышение зарплат, на котором давно настаивает КПРФ, чтобы прожиточный минимум был хотя бы 25 тысяч рублей, а лучше вообще-то там наши люди пересчитывали, Смолин об этом докладывал, порядка 36 тысяч рублей, это вот более адекватная цифра. И это будет не то, что люди там чужое что-то у кого-то заберут, так сказать, это будет то, что они получат больше из того, что они реально заработали. То есть чуть-чуть меньше станет прибыль капиталистов, владельцев средств производства, и реально станет выше заработная плата, которая людям принадлежит по праву. Вот. При этом, вот, правильно, опять же, было совершенно сейчас сказано про налоги. Но у нас вся налоговая система настроена на то, чтобы хорошо было только богатым и сверхбогатым. И она совершенно несправедлива. И действительно, в Государственную Думу и наши партии, так сказать, и другие коллеги неоднократно вносили в различных вариациях законопроекта о прогрессивной шкале налогообложения, где либо освобождаются вообще, так сказать, малоимущие слои населения от налогов, либо, ну, скажем так, снижается на них налоговая нагрузка, а при этом на тех, кто получает там миллионы, десятки миллионов долларов, на них нагрузка возрастает многократно, там, или, так сказать, приближается там, к 50% от всего, что они получают. Это нормально, это справедливо. В Европе, с которой мы сейчас расплевались, там, я буду последним, кто станет кивать на то, что на Западе там что-то хорошо или лучше, чем у нас. Но, тем не менее, там это организовано уже давно, и там люди платят в некоторых странах и по 60, и по 70% налогов. И это очень хорошо, это нормально, общество с этим согласно, что богатые должны платить больше. У нас же нет, у нас система выстроена, как в том печальном анекдоте, да, с бедных много не возьмешь, но за счет того, что бедных очень много, вот, так сказать, на них государство и заработает. Так и получается. Поэтому, конечно, если говорить всерьез о решении этих вопросов, то нужно с совершенно другой стороны подходить. Повышать доходы граждан, снижать уровень эксплуатации, более справедливо делать налоговую систему. И тогда, может быть, и не потребуется решать проблемы должников, потому что гражданам просто не придется брать в долг, чтобы нормально прожить. Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и распространяйте.